Всем привет! Когда идет цветение, наши кусты смородины пожирает тля. Вот посмотрите, как они оккупировали листья. И при этом у нас трудятся опылители пчелы и шмели. В это время проблематично обрабатывать химией, но есть один народный способ, который поможет временно отгонять тлю и не только. Для приготовления средств понадобится нашатырный спирт. На 10 литров воды я беру 5 столовых ложек. Также еще можно добавить 3 столовых ложки мыла для того, чтобы лучше прилипало. Раствор нужно использовать сразу. Хорошо опрыскиваю кусты смородины, также стараюсь хорошо пролить внутреннюю часть листьев. Также делаю эти обработки на крыжовнике, на розах и малине. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.